Гостиница у озера. Госпожа Хан Юми, прошу, заходите. Значит, ваша мама умерла 5 лет назад? Да. Меня твой звонок удивил. Я долго на это решалась. Родители развелись, когда я маленькой была. Я о маме мало что знаю. У нас с Джию разные отцы. А, вот как. Мы просто не знаем, что с ней делать. Ты все же ее сестра. Может, стоит лучше над этим подумать? Боюсь, я не могу. Живу я одна. Мне надо работать. И что делать? Здесь нельзя оставаться больше 3 месяцев. Может, детдом? Ну... С Жию не все так просто. Судя по психологическим тестам, к насилию она не склонна. И у нее очень богатое воображение на фоне ограниченной способности к самовыражению. И что с того, что богатое воображение? Она склонна ко вранью. На самом деле, детдом для ребенка не лучшее место. Если ее не удочерят, то будут постоянно передавать. Плюс сейчас приемные родители проходят более строгий контроль. Она, по сути, инвалид, да? Об этом пока рано говорить. Джию пришла. Джию, иди сюда. Твоя сестра пришла. Не щелкай еблом и играй в «Покердом». Лучшее казино на просторах интернета. Найди «Покердом» в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом «Кино» и получи 120 бесплатных вращений и 100% бонус на депозит. Забери свой бонус сейчас. Пристегни-ка ремень. Может, сядешь, как положено? А куда мы едем? Я же говорила, к твоей тете. Какой тете? К такой, к маминой подруге. И я с ней буду жить? Ты будешь жить там, где ты родилась. У тети тебе будет хорошо. Она хорошая. Я хочу домой. Буду папу ждать. Сколько ни жди, он не вернется. Юми, здравствуйте. Здравствуй. Это Джию? Да.
Джею? Джею? А ты подросла. Пойдем. Будет легче, когда я нормальную работу найду. Да. А пока я по-другому не могу. Извините, что я вот так, как снег на голову. Все нормально. Я не хочу, чтобы она попала к безответственным людям. Но столько воды утекло. Мы видимся впервые с похорон? Да. Надо же, а до этого, незадолго до смерти Юни. Как время летит. Не помнишь? Ты вместе с Сану играла в прятки вон там. Весело тогда было. Как поживает Сану? Я слышала, он в Австралии. Да. Я с ним этим утром общалась. Как что случится, он все еще у меня совета ищет. Эй! Не надо ничего трогать. Да ладно. Все в порядке. Играй. Похоже, она кое-что помнит. А пианино все стоит. Это ведь память о Юни. Я вспоминаю иногда, как Юни тут на пианино играла. А мы сидели здесь и слушали. Счастливые были деньки. Ты ведь останешься на пару дней? Простите, не хочу вас стеснять. У меня тут полно места. К тому же, так девочке будет проще привыкнуть. Гостиница у озера. Жию, так и будешь тут бегать? Thank you.
Ты помнишь эту комнату? И маму не помнишь? Не помню. А папа тебе ничего не рассказывал? Папа говорил, мама чокнутая. Это правда? Покер-дом, казино, руби, бабло. Покер-дом, казино. Введи код кино и получи бонус 25 тысяч рублей и 120 фриспинов. Ты больше сюда не заходи. Хорошо? Это мое место, а твоя сторона другая. Эй, прекрати. Пообещай мне кое-что. Никогда не ходить в другие номера. И не выходить из гостиницы. А почему нельзя? Тут много одинаковых номеров, ты потеряешься. А ты придешь и найдешь меня? Мы в прятки не играем. Да давай поиграем. Я не хочу играть. Раз. Два. Три. Но в самом деле... Вот же, блин.
Извините. Вы не видели девочку? Она была где-то здесь. Никого я не видела. Где там кто и что? Может, она где-нибудь заблудилась? Чего так носишься? Там кто-то был. Что я? Вон там? Но там никого. А ты? Знатная врушка. Нет. Как нет? Будешь врать, в ад попадешь. Тебе скучно, да? Ты совсем на маму не похожа. Проголодалась? Вот еще, кушай. Почему раньше не надела, тебе так идет? Эй, не уходи с первого этажа. Юми, ты помнишь детский парк, что дальше за гостиницей? Раз уж ты здесь, давай завтра сходи с девочкой туда. Предайся воспоминаниям о хороших временах. Хорошо. Ты такая красивая. У тебя парень есть? Что? А, нету. Почему? Уверена, за тобой бегают. Мне не до этого.
И уж точно не до брака. Верно. Сейчас говорят, что для человека важнее всего работа. Но если дела не ладятся, хорошо иметь надежную опору. Хорошо иметь богатых рудаков, да? А без них, встретив не того, можно легко поломать себе жизнь. Не хочешь выпить, подруга? Я не пью. А у меня так загружена голова, что если не выпивать, то можно легко с ума сойти. Ай, бля! Хватит. Ладно. Пойду. Ты много выпила. С утра-то встанешь? Разве можно так синячить на работе? Она очень подавлена. Потеряла свое дело. После развода приехала сюда. Но, к счастью, мы на месяц закрываемся. Закрывайтесь. Сейчас, даже когда мы открыты, тут никого нет. В разгар сезона мы так заняты, что нанимаем даже дополнительные руки. На межсезонье никого нет. Да. Эй. Это мое увлечение. Иди сюда. Красиво. Красиво, конечно, но выглядит как-то неестественно. Правда? Я думала лишь о ее красоте. Жаль будет, если умрет. А разве она уже не мертва? Что? Она жива. Я умею их сохранять. Видишь их? Как свежие, да? А почему ты не в том платье? Отдыхай, ходи во всем красивом. Хорошо. Хозяйка. Боже, детектив, уже пришли? Чем обязаны? Заглянул по пути. Кстати... А это у нас кто? Это дочь подруги. Вот. Говорят, полезная. Хватит лекарства пить.
Надо лечиться природой. Спасибо. Сроду не здоровается. Она подчиненная или хозяйка? Эх. Уже уходишь? Вынужден. Дел много. Да? Что-то случилось? В соседнем поселке женщина потерялась. Похоже, беглая. Никто ничего не знает. Да. Можешь распространить. Это ведь не из-за денег все? Кто знает. И, кстати, по темноте лучше сейчас не ходить. Ты тоже себя береги. Эй, ты когда мне куртку зашьешь? Не убегай! Сестра, сфоткай меня! Как мило, такая смешная! Соянгён, птичка! Смотри сюда! А теперь туда или туда? И кто это был? Ну как тебя фототь, если ты не смотришь в камеру? С кем ты разговаривала? С тетей. Она сказала, я ей нравлюсь, и она хочет поиграть. Ишь ты какая. Кстати, тебе тут нравится? До гостиницы недалеко. Хоть каждый день ходи. С тобой? С тетей. Я ее не люблю. Ты ее совсем не знаешь. Поживешь подольше, обязательно полюбишь. Пойдем, обедать пора. Потом еще погуляем. Вечером тут будет еще красивее. Давай потом в прятки поиграем. В прятки надо играть с детьми. А я их не люблю. Почему? Обижают. И если тебя будут обижать, просто убеги. Не позволяй себя обижать. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот она. С кем ты там разговариваешь? Джию!
Не щелкай еблом и играй в Покердом. Лучшее казино на просторах интернета. Найди Покердом в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом КИНО и получи 120 бесплатных вращений и 100% бонус на депозит. Забери свой бонус сейчас. Извините. Джею. Как неловко. Что? Да я по поводу твоей сестры. Так ты свою сестру хочешь здесь оставить? Да. Я бы в жизни сюда ребенка не привезла. Почему? Если с гостиницей все в порядке, почему мент отсюда слинял? И мне платят более чем, чтоб я тоже не ушла. Так я и спросила, почему? А здесь... нечто ненормальное происходит. В номере... 405. Вот что? Новенькое? Погоди! Ты знаешь, работавшая здесь женщина умерла в том номере. Говорят, спятила и повесилась. Могли бы и не рассказывать. Вот же повезло этой женщине. Говорят, она была подругой хозяйки. А хозяйка у нас ненормальная. Разве можно на такое глаза закрывать? Прикидывается хорошая, а сама мертвых людей призывает. И избавилась она от нее. Тело ее было.
глаза, говорят, вытаращены страшно. Я не хочу этого слушать. А ты же вроде дочь хозяйки. Или ты дочь этой женщины? Ты в тот день допилась до белой горячки. И я тут ни при чем, ясно? Хватит чушь нести. Жию! Бумага. Видишь? Я ведь так и знала. Я всем все расскажу.
Сказала же не ходить в этот номер. Что ты там делала? И зачем Пенни голову оторвала? Это была не я. Если не ты, то кто? Привидение. Опять ты врешь? Это правда. Напакостила и орешь еще, а? А ну давай сюда. Эй! Отпусти! Отпусти меня! Эй! Я хочу домой. У тебя его нет. Тебя ждет детдом. Ты должна упрашивать тетю, чтобы остаться. Тебе хоть кто-то вообще нравится? Да. И кто? Твой папа? Тетя. Тетя Ирин? Тетя, живущая в маминой комнате. Какая еще тетя? Там никто не живет. Она у тебя за спиной смеется. Выпей. Это успокаивающий чай. Ну как? Вкусно? Да. Джею тебя злит? Да нет. Ты слишком закрытая. Зачем тебе что-то от меня скрывать? Ему... Тетя, знаете... Приезжай сюда. Я завидовала Сано. Почему? В сравнении с моей мамой. Ты была куда лучшей мамой. О, вот как. Юни слегка отличалась от остальных. Была известной пианисткой. Но все сложилось не очень хорошо. Затем она забеременела. Могла бы и аборт сделать. Это так безответственно. То есть ты маму винишь? Да нет. Просто... Мне просто не хватало материнской любви. Не хватало участия, заботы, опеки. Я думаю, ты была чудесной девочкой. Ты ведь тут со старших классов не была? Приезжала один раз. Когда? В день смерти мамы. Тогда хуже стало. Она как раз рассталась с отцом Джию. Мама! Мама, ну зачем опять? Когда ты уже поймешь, а? Сколько это будет продолжаться? Сколько ты будешь убиваться? Я боюсь, что стану такой же. Отец и бабушка... Говорят, что я в итоге закончу, как ты. Мне надоело с ними ругаться из-за тебя. Я сыта по горло. Поэтому не звони мне больше. Mm-hmm.
Мне было так тяжело на душе. Видеть маму такой. Лучше бы я не рождалась. Юми. В жизни человека не все ему подвластно. Но как бы ни было тяжело, нужно бороться. Когда ты болен, все еще хуже. Так что близкие всегда нужны. Я должна была позаботиться о тебе. Прости меня. С этого момента я буду заботиться о тебе. Я знала, что ты вернешься. Такова уж судьба. Я очень благодарна за то, что вы согласились взять Джию. Любой бы поступил так же. Но вообще, я надеюсь, что и ты тоже останешься. Поможешь с гостиницей. Близкие должны быть вместе. Об этом я, конечно, подумаю. Ее нигде нет. А женщина, что здесь работает, проверила ее номер? Да, все вещи на месте. На похищение не похоже. Где телефон? Вот. В ее номере был. Кстати, детектив. Ирин могла пойти в поселок. Она часто так делает. Вот так уходит, не спросившись у тебя. Да. Ты же знаешь, какая она бывает. Иди вокруг поселка поищи. Да. Есть. А здесь есть место, куда девочка могла пойти одна?
не волнуйся. Спи крепко. Подруга. Ты знаешь, высушенные растения умирают. А щенки, брошенные в колодцы, сходят с ума и начинают пожирать друг друга. Раз. Два. Три. Четыре. Пес жрет пса, пес жрет пса, и так до конца. А знаешь, что случается с последним из них? Это женщина. Я ее видела. Где? Между. Она не жива и не мертва. Почти обманула. Что это значит? О, этот запах. О, как сердце ноет. Мне нужно идти.
Тетя? Насчет Ирин. И вообще-то я ничего не знаю. Свидетель там. Ебом. Играй в покердом. Введи код кино и получи бонус 25 тысяч рублей и 120 фриспинов. Хан Юми, мы можем поговорить? Эй, Хан Юми, зачем ты пошла в номер, Иерин? Она была у меня в номере до того, как я пошла туда. То есть, ты пошла за ней живой и нашла ее мертвой? Да. Детектив, сейчас неудачный момент. А завтра, опросишь. Что с ней? Какая-то потерянная. Ей сложно все осознать. Сперва ребенок пропал, а теперь труп увидела. Сестра, ты слишком добра. Она изначально была странная. Береги себя. Здесь много странных людей. В этом мире чокнутые уже называют чокнутыми нормальных людей. Что насчет той сбежавшей? Но никто ее не ищет. Родных нет. Таких ищут только кредиторы. Жизнь холостая. Пустая. Такую же не будешь, как ребенка искать. Да, но таких несколько. В общем, суммируя, твоя мать 5 лет назад покончила с собой в гостинице. Затем Ирин покончила с собой. Да. И пропажа девочки с этим связана? Тут явно замешан призрак. Понимаю, звучит странно. Но это правда. То есть,
Усопшая мать забрала девочку? Ты шутишь? Придумала бы что получше. Хан Юми, ты что-то принимаешь? Что? Я слышал, ты проходила лечение от депрессии. От занятий тебя освобождали. У тебя видения были, провалы в памяти. Это правда? Все было не настолько плохо. И мне уже лучше. Но ты все равно таблетки свои пей, хорошо? Не запускай. Госпожа Юми, где твоя сестра? Что? А ты не поняла? Знаешь, дети есть дети. Верно? Вы думаете, я с ней что-то сделала? Тетя пообещала заботиться о ней. Зачем мне что-то с ней делать? А куда ты тогда ночью улизнула? Совесть заела? Госпожа Хан Юми, никуда не уезжайте. Не вздумайте из поселка уехать. Вы меня поняли? Прошу прощения. Ты девочку не нашла? Если да, стукни один раз. Если нет, два. Что ты здесь делаешь? Ты здесь живешь? Ты одна? Ты здесь умерла? Тебя кто-то убил? Или ты сама себя убила? Ты хотела увидеть дочь? Ты знаешь, где она? Так... Она сейчас с тобой? Вообще, это не я нарисовал. Пусти! Пусти! Отпусти меня! Живой?
Да в жопу это все. Что происходит? Что это было? Что ты видела? Женщину с отрубленной головой. А еще? А было еще что-то? Я видел ее живой. Ты говорил с ней? Нет. Она была ни живая, ни мертва. Я в таком не разбираюсь. Лучше не лезть. Погоди, а где Джию? Ты видел Джию, а? Спасайся. Она, скорее всего, мертва. Так что уезжай отсюда поскорей. Пока хуже не стало. Опять убегать. Почему не ешь? Знаю, у тебя бессонница. Но такие уколы постоянно делать нельзя. И еще. Меня так в итоге поймать могут. Значит, у Йон-Йон такая подруга была? Но все равно спасибо, что зашла. Эх, мать своего ребенка бросила. И невесточки от нее. Будто плевать, что с ребенком стало. 5 лет уже прошло. Я уж и не жду совсем. Когда она отправилась в Сеул, тогда и пропала. А это синтезатор Йон-Йон? Да, верно. Она за ним дни и ночи напролет проводила. Уж не знаю, что здесь веселого. Она говорила, ей знакомая подарила. Очень этим гордилась. А кто именно? Говорят, была здесь одна. Учила местных на пианино играть. Извините, это она? Верно. Я ее узнал. Хорошая женщина. Когда Йон-Йон пропала, она тоже очень тревожилась. А потом я узнал, что произошло то же, что у тебя. У нее в семье убийство произошло. В смысле убийство? Говорят, она сына отправила учиться за границу. А он вернулся больным на голову. Она его повсюду здесь таскала. Все перепробовали, но вылечить не смогли. В итоге, пацаненок этот повесился.
Пришел? Это та самая пропавшая, Ким Ён Шиль. Время смерти сходится, записки нет. Похоже, не в долгах было дело. Куда все делись. Что за дела?
оно не с места. Брось все на пол. На пол. Где хозяйка? Не знаю. Нам лучше отсюда уйти. Стою здесь. Джию! Я сказал там стоять. Не щелкай еблом и играй в Покердом. Лучшее казино на просторах интернета. Найди Покердом в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом КИНО и получи 120 бесплатных вращений и 100% бонус на депозит. Забери свой бонус сейчас. Сестра, зачем? Ты мне никогда не нравилась. Ты посмотри, до чего ты в итоге мать довела. Это был Сану? Зачем вы это сделали? Сану болен. Сану разве не умер? Что за чушь? Кто умер? Просто ему стало хуже. Из-за болезни Сану очень одинок. Ты знаешь. Ты приехала. И Сану так оживился. В смысле? Я же говорю. Тебя судьба привела. Тетя, ты спятила. Ты ничего обо мне не знаешь. Но говоришь, что я спятила. А я вот тебя понимаю. И то, в каком аду ты живешь. Тетя, отпусти нас, пожалуйста. Я никому ничего не скажу. Или хотя бы отпусти Джию. Она ведь тут ни при чем. Все говорят, что ничего никому не скажут. Но в итоге мы с Сану им как бельмо в глазу. А Яншиль осуждала. Ерин. И Йони тоже. Так моя мама не убивала себя? Сану таким стал из-за Юни. Она обещала, что защитит меня и Сану. Но она в итоге нас предала.
надо. Ты спятила. Прошу, не надо. Ты сошла с ума. Так просто нельзя. А что? Тебе ее внезапно стало жалко? Ты что, убила мою маму? Вовсе нет. Я помогла ей выбраться из ада. Ты же знаешь, что стало с Юни. Так что смирись. Мы скоро все освободимся. Тетя, не делай этого. Прошу, приди в себя. Это ты, Сану, сделала таким. Верно. Это я виновата. Я не должна была отсылать его так далеко. Но так как ты здесь, это уже не важно. Отпусти меня! Пусти! Не дергайся, я сейчас. Юми, ты рада? Мы будем жить все вместе. Просыпайся. Пора идти домой.
же сказала, что позабочусь о тебе. Домой. Сядь, пристегни ремень.